саженцы вишни салют новичка могут сперва удивить. Вы ожидали увидеть вишню, но получилось что-то не то. Войлочная вишня не настолько популярна, как обыкновенная, а зря. Мало того, что плоды ее но очень вкусные, так милые низкорослые кустарники являются красивой декорацией, которая гармонично впишется в дизайн ландшафта. Основные характеристики сорта. Кусты густые, их высота не превышает 1,6 метра. Цветение в мае, плоды созревают в конце июля. Отличная урожайность. С одного куста можно собрать до 11 кг ягод. Крупномеры войлочной вишни салют. Изящная декорация при усадебной территории, сада или дачного участка. Вишня войлочная салиат – это дерево. Важно, что вишня войлочная салиат самобесплодный, обои полый.